Похоже, мы нашли последнего честного копа в этом городе. Ее зовут Анна Хэмилл. Она расследует что-то такое, из-за чего ее хочет убрать целая куча народа. И ей лучше закрыть дело, если ты меня понимаешь. Звучит, наверное, так себе, но кому-то же надо выполнять эти задачи, верно? Может, ты как-нибудь на нее повлияешь? Я не знаю. В любом случае, инфа в письме. Я от Тибак. Она сказала что-то забрать у вас. Ты Ви, да? Она просила отдать тебе демона. Должен работать на всех деках третьего поколения. Окей, лишний демон точно не помешает. Можешь его проверить. У меня есть точка доступа. Если хочешь, конечно. Может, найдешь хороший софт или подпрограмму. Я бы попробовала на твоем месте. Есть что крутое на продажу?
rumors, rumors, and rumors. Mr. Whitey here. Drop that milk toast tibble and rush to the nearest store for a taste of sweet, 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 clean speed. Because life is too short to be slow. Ладно, показывай, что у тебя есть. Всегда рад. Я правда не могу. Это 54-й канал. Время местных новостей. Кровопролитие в пустошах до сих пор продолжается. Перестрелки произошли на трассах 1, 166 и 101. Свидетели считают причиной межклановые конфликты. Число нападений на непричастных к столкновениям людей не увеличилось. Тем не менее, в целях безопасности полиция решила повысить уровень угрозы в регионе до 2-го. Старайтесь избегать второстепенных дорог. Мы будем дальше держать вас в курсе развития ситуации. Tengo planes para esta noche.
Virgen Santísima, ma. Te vas a enterar mañana. Я también te quiero, ma. Наконец-то, Холмс! Что нового у сеньора Уэллс? Да ничего. Беспокоится за меня. С утра до ночи. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике, как большинство Уэллсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я ей говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Но завтра это закончится. Нас ждет посмертие. Да. Посмертие знают далеко за пределами города. Серьезно? Тут кочевые кланы получали одни из самых крупных заказов. Ну еще бы. Это же лучшее место, чтобы искать работу. Готов пить шампанское? Пошли! Здесь когда-то был морг. Прикинь? Да что ты. Офигеть, да? Ну, это 1000 лет назад было, когда людей хранили по-человечески. Ладно, до скорого. Вы кто такие, детки? Мы друзья Декстера Дешона. Он ждет нас. Эй, Декс, а тут двое на входе. Говорят, они к тебе. Да. Ну, ладно. Сказал, еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь выпить. Мы и так собирались в Ядро. Вот оно. Сердце Найт-Сити бьется прямо в этих стенах. Слышишь? Привет. Ты представляешь? Сьюзен Форест. Бо-бо! Может, даже Морган Блэкхэнд! Все, наша очередь. Эй, видишь эту бабулю? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. А разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее клуб. Что будете? Ты заказывай. 2 текилы Old Fashion с каплей сервеса и чили. То есть 2 Джонни и Сильверхенда. Точно, Чика. Кое-кто сделал всю домашку. А мою сожрала собака. У нас традиция. Называем напитки в честь завсегдатаев. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задание. Херасия, какая красивая традиция. Высоковатая цена за коктейль. Все равно ж придется помирать. Так тебя хотя бы запомнят. За Найт-Сити. И за посмертие! Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь, свой рецепт продиктую? Давай. 100 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, капельку любви. Окей, я запомню. Вы вроде как на... Выполняем его заказ. Мистер Дешон вас ждет. Откуда ты знаешь? Это часть моей работы. Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Если о тебе не сплетничают, тебя никто не знает. Ни пуха, ни пера. Чёрта. Идемте.
Ох, и здорово ты, чувак. Качаешься? Ага. Я тоже боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо? Ниндзюцу? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? Сюда. Это пинча типа. Да, Эксельсиор. Конечно, наличными, как всегда. Счастливо. А, вот и мистер Ви. Ну что? Наконец-то вся семья в сборе! Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Ну ладно. Чувствуйте себя как дома. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос мистеру Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркер? Хорошо, я бы сказал. Погулял по Кампеки Плаза, по местам, которые она засняла на Брейн Данс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора. Юринобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились или было что-то еще? Алло? Я понял, ей хотелось на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Деламейн высаживает вас у главного входа в Кампеки Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Хиринобу и забираете биочип. И все это по-тихому, с минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Мы едем Деламейном? Это же лучшее такси в Найт-Сити. Надо маль. Дэшон всегда работает только с лучшими. Деламейн никогда не подводит. Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный скин может с комфортом довести тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию. Если все пойдет по плану, Деламейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель Ноутел. Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план. Но я уверен, что это не понадобится. Еще вопросы? Вперед, не стесняйся. Я узнал все, что хотел. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками я не торгуюсь. Ставка всегда одна. 30%. Чего? Сколько? Так я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. Да ну, Декс. Как-то маловато. Эй, погоди-ка, друг. А кто достал болта? Кто вытащил инфу из брейнданса? Мы лезем в отель, где на каждом углу люди Арасаки ради какой-то пластмасски у сына их главного. Мы работаем.
А кто дает вам надежный план, транспорт, нетраннера и информацию? Хотите дальше торговаться? Джек прав, Декс. Мы заслуживаем намного больше, чем 30%. Ладно, 35 и не процентом больше. Договорились. Конфликт исчерпан. Давно со мной никто не торговался. Это даже забавно. И последнее. В Кампеке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достал вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Не хочу торопить события, но когда ждать Эдди? Все зависит от мисс Паркер, но думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака будет на страже. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну так что, ты готов ехать? Мне надо еще кое с чем разобраться. Sin problemas. Встретимся у Деламейна. Только переоденься. Фиксеров можно наебывать. Типа, нормальный способ заработать побольше. Вас приветствует сервис Деламейн.
Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать. Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Дэл. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Дело набирает обороты. А чего ты так возбудился? Сейчас покажу. Смотри. Деламейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха. Ну ладно. Но вообще он хоть армию Арасаки может выкосить, если понадобится. А что еще включает Excelsior? Полное медицинское страхование, в том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажира в салоне. Блин, че ты каркаешь-то раньше времени? Боевой режим вообще разрешен? Разумеется, во 2-й поправке Конституции. Во время поездки вы вправе пользоваться мной в том числе как оружием. Прямо расщедрился. Ну, по крайней мере, мы знаем, на что пошли его 65%. Excelsior. Вот теперь я чувствую, что въезжаю в высшую лигу. Это для тебя, правда, настолько важно? Что? Приближаемся. Это дешево Декстер тебе купил. За шмотки и лимузин. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Просто перестань фантазировать и сосредоточься. Нам еще работать. Да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным, блядь. Я скажу, почему я так себя веду. Вся моя ебаная жизнь прошла на дне, Ви. И я туда не вернусь. Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через Кампеки. Ви позвонит Джеку, проверим синхронизацию, на всякий случай. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Слышу тебя нормально. Супер. Ну что, похоже, все работает. Сэрами Хоркиси. Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Деламейн. Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько ж я этого ждал? А с оружием туда нельзя. Ну что, Хьюго, вперед! Доброе утро, Найт-Сити! Погоди, я возьму болта. Бак, мы приехали.
Еще раз, бронь на твое имя, Рамон. У вас встреча с Хаджиме Таки, который представляет оборонный отдел. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Как скажешь. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Сэр. Простите, небольшая проблема. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Кампеки Плаза? Мы торгуем оружием. Простите? Вы к Таки-сан, правильно? Прошу простить за недоразумение. Ага. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Прошу. Йокосо, здравствуйте и добро пожаловать в Кампеки Плаза. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, Таки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у Метаки из-за того, что какой-то киберпсих взорвал себя у терминала. Да, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Хьюго. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Идем быстрее. Какая еще новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Что скажешь, Хьюго? Уютный отельчик. Не то, что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Я играю свою роль. Никого я не подсылаю. Я ее похитил. Прямо с показанным. Не знаю, как-то он жестко с этими девчонками. Неплохой у них тут бар. Они ничего. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. В будние дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда мести, когда мы завершим сделку. Приведешь, приведешь. Пошли, найдем наш номер. Нормальная маскировка. Как я выгляжу? Не ожидал, что скажу это, но, по-моему, неплохо. Знаю, под лицо все к лицу. Тестировали эту технику на наших. Про заражение... Ну что, мы пришли! Номер Лазурь! Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить.
Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си, Мекверду. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О, нет. На сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Вот она. Супер. Джеки, болт готов? Готов. Система исправна. Заряд 100%. Мерда. Застрял, гаденыш. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручное управление. Ви, возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. А чего я? Я не хочу им управлять. В отличие от некоторых, меня Вик не патчил. Прошивка старая, скорость дерьмо. Не ломайся, бродер, время поджимает. На. Поехали. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Все, картинка есть. Нельзя просто взять и выкинуть его к другой шахте. Из домов, из офисов. Арасака выплатит компенсацию за досрочное прекращение каждого контракта. Деньги тут ни при чем. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Люди подумают, что я не контролирую Уотсон, мой родной район. Неделя. Это все, что мы можем вам обещать. Мы постараемся. Это все, что я могу вам обещать. Так, болт вошел. Переключаю тебя на новую камеру. А как ты поняла, что это для тебя? Там было написано «Для милой уборщицы». А внутри еще «Простите, что прибавил работы». Кровище было до хрена, но он хотя бы на чай оставил. Блин. А мне максимум, что попадалось, это полевой. Бак, есть проблема. Нет, что еще? В этом мире. У меня тут уборщица стоит. Надо ее отвлечь. Давай посмотрим, что там в сети. Сейчас гляну. Свободен? Кто? Ну этот красивый, поганый. У террариума панель управления. Всегда так игриво. Вряд ли пригодится. Зеленого Арасака? В террариуме Тащи, есть контроллер температуры и воздуха. Костюм-то да, то, что надо. Крутой. Высылай туда болта. Путешественник. В смысле, по бабам ходить любит. Я бы согласилась с ним спать, даже если бы он об меня ноги вытирал. Ты лучше стекло нормально вытри, подруга. У тебя везде разводы. Кэт? Там что-то с террариумом. Бак, сработало! Я еще не так могу. Да ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед. Спасибо, потом скажешь. Окей. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай болт откроет замок. Что-то у него не выходит. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи, где точка доступа к системе. Thank you.
Так, болт в системе. Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один раннер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. Что делаем дальше? Нейтрализуем его. Подключаю к нему болта. Я сейчас пришлю к тебе демона. Ретро-сленг не спрашивай. А этот резидент нас не поймает? Мы подрежем его прямо в кресле. Он даже сука сказать не успеет. Даже если бы ты туда на танке вкатился, он бы не заметил. Для нашего мира он мертв. Только сначала... нужно запутать. Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Теперь переключись на другую камеру. Кажется, я нашел проход. Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру. Ви, подключай болта к креслу. Остается тут? Будет смотреть за резидентом. Кажу в основную сеть Кампеки. Можешь выйти из системы. Ну ты как? Ничего, голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Бак, ты здесь? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя? Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока. Как думаешь, почему он отказался? А кто от чего отказался? Яринобу Арасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. И все это бросаешь. Чтобы собрать банду, стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью, одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Может, он хотел бросить вызов системе? Так зачем он в нее вернулся? Ты не можешь убежать от системы, если система — это твоя семья. Белая ворона все равно ворона. Ну, вроде того. Неудивительно, что этот бунтарь вернулся обратно, прижав уши и с поджатым хвостом. Ха, турист несчастный. Помяни черта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Перфекто. Шоу начинается. Эй, Бак, а ты-то... Че, все время была на связи? 3,5 часа.